Добрый день. Поясню, с чего все началось. Перестали работать две умные розетки от АБС. Проблема разобрать аккуратно, но розетка склеена. Ремонт – следующий шаг. С помощью магических действий разбираем умную розетку. Шутка. Первую розетку разбирал минут 10, хотел аккуратно разобрать. Узнав, как устроена и склеена умная розетка, на разборку второй розетки ушло времени чуть меньше 2 минут. Использовал обычный фен, температуры для прогрева розетки достаточно. Исключил риск расплавить розетку. Две умные розетки перестали работать с разницей в 2-3 недели. Думал, быстрее всего ремонт будет идентичный. Ошибся. Забегая вперед, скажу, причины поломки разные. Ремонт первой розетки занял не более пары минут, вторую розетку пока не починил. На самом деле не так сложно разобрать умную розетку, разборка снята одним кадром без ускорения. Прогреваем умную розетку для размягчения клея, на прогрев ушло больше времени, чем разборку розетки. Главное, не спешите хорошо равномерно прогреть, без фанатизма. В следующем видео расскажу про причину поломки одной из розеток и ее ремонт. Полное видео разборки двух розеток и ремонт одной из розеток. Причину поломки можно увидеть на моем канале чуть позже. Спасибо за просмотр и поставленные лайки. Подписываемся на канал, это дает мне энергию для новых роликов. До новых встреч!